Значит, вот такая вот немножечко слегка повреждение, да, на перье. Значит, почему оно произошло? Потому что немножечко шатун кривой. Человек немножечко катался, совсем капельку. Его ничего вообще не смущало. Да? Вообще ничего не смущало. Вот. И он как бы ездил. Ну что, нормально. Сейчас будем починять. Лучшая заплатка из круглой тормозной колодки по дисковый тормоз. Сейчас мы все это отшлифуем, проварим, отшлифуем, проварим. И будет как будто новое все. Идеально. Я не сварщик. Поэтому вот так вот это получилось. Есть небольшие царапинки, как вы видите. Не сквозные. Просто они имеют место быть. Царапины. Но здесь все проварено. Толщина проварки очень большая. Как бы вот такая вот конструкция. Если все это зашпаклевать, то, наверное, это будет работать.